Добрый день, уважаемые гости канала. Меня зовут Валентина, и я веду канал «Жут крючком». Сегодня я вам покажу, как вязать такую очень красивую сумку. У нее такой ажурный узор, круглое донышко и вот такая застежка, очень интересная, длинная ручка. Вязать такую сумку достаточно легко и быстро. Я разделю вязание этой сумки на несколько частей. В первой части мы будем вязать дно, во второй части сам корпус, ручку и застежку. Параметры этой сумки: диаметр дна примерно 25 сантиметров, ширина сумки вот тут 40 сантиметров, длина 30 сантиметров. Итак, мы начнем сегодня с донышка. Для вязания сумки нам потребуется немного джута, смотанного в два сложения, он нам потребуется для укрепления дна. Основной джут вязать мы будем в одно сложение, у меня двухниточный джут, ножницы, иголка с большим ушком, крючок номер 4 и магнитная застежка. Вот у меня застежка на ножках, очень удобно крепится с помощью зажимов. Начинаем мы с донышка, как я говорила, дно у нас круглое. В кольцо амигуруми надо провязать 8 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Провязали 8 столбиков без накида, и теперь за вот эту ниточку затягиваем кольцо. Переходим на второй круг. Мы будем вязать по спирали, и во втором круге наша задача вязать вот этот джут, который я отмотала в два сложения, внутрь. Это нужно для того, чтобы укрепить круглое донышко у сумки. У нас было в первом ряду 8 столбиков без накида, и теперь мы в каждой из этих 8 столбиков должны провязать по 2. И у нас должно получиться 16 столбиков без накида. Вначале немножко трудно все это вязать, потом будет проще. Раз, два. Два столбика без накида в первую петлю. Три, четыре во вторую петлю. И так вы идете сами по кругу, в каждую петлю провязываете по два столбика без накида. Пять. 6, 7, 8, 9 и подтягиваете вот этот джут, который у нас проходит внутри. Пересчитайте обязательно столбики, сколько у вас получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Итак, мы закончили второй круг. Начинаем третий круг. В третьем круге прибавки мы будем делать не в каждую петлю, как в предыдущем, а через одну петлю. Начинаем первую петлю мы прибавкой. То есть в первую петлю мы вяжем 2 столбика без накида. Раз, два. Маркером помечаем первую петлю ряда третьего. В
Во вторую петлю мы вяжем один столбик без накида, то есть у нас нету прибавки. В третью петлю 2 столбика без накида. Раз, два. В четвертую 1 столбик без накида. И так вы продолжаете вязать до конца ряда. То есть прибавка, нет прибавки, прибавка, нет прибавки, прибавка, нет прибавки. И встречаемся в конце круга. До конца третьего круга у нас осталось 2 петли. И мы продолжаем вязать прибавка в предпоследнюю петлю круга. То есть 2 столбика без накида. Нет прибавки в последнюю петлю. Дальше мы переходим на четвертый круг. Подтягиваем вот этот жут, который у нас проходит внутри донышка, и вот так расправляем. В следующем круге мы будем прибавки делать через каждые 2 петли. И начинаем мы без прибавок. То есть начинаем просто по одному столбику без накида в каждую петлю. Две первые петли ряда вяжем просто один столбик без накида. Первый столбик без накида. И в следующую петлю второй столбик без накида. Отмечая маркером первую петлю ряда. В третью петлю мы делаем прибавку. Раз, два. Дальше опять 2 петли без прибавок. Один столбик без накида и в следующую петлю второй столбик без накида. В следующую петлю у нас идет прибавка, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. Раз. И в эту же петлю еще один столбик без накида. Следующие 2 петли мы вяжем опять без прибавок. В следующую петлю у нас идет прибавка. И так мы продолжаем до конца круга. То есть вот тут мы сделали прибавку, дальше 2 петли без прибавок, то есть по одному столбику без накида в каждую петлю, в третью петлю прибавка, потом опять 2 петли без прибавок, прибавка, 2 петли без прибавок, прибавка. И встречаемся в конце круга. До конца четвертого круга у нас осталось 3 петли, и мы продолжаем вязать, как вязали. То есть вот тут я сделала прибавку. Дальше 2 петли без прибавок. Раз, два. И заканчиваем этот ряд прибавкой. Переходим на следующий ряд. В следующем ряду у нас прибавки будут через каждые 3 петли. Начинаем ряд прибавкой. Первую петлю вяжем 2 столбика без накида в одну петлю в первую. Дальше 3 петли без прибавок. Раз, два. Три. Дальше снова делаем прибавку. И дальше снова 3 петли без прибавок. Раз, два, три. Дальше снова делаете прибавку. И дальше снова 3 петли без прибавок. Таким способом вы вяжете сами и встречаемся в конце круга.
До конца круга у нас осталось 4 петли, и мы продолжаем вязать, то есть мы делаем прибавку. И последние 3 петли вяжем без прибавок. Раз, два, три. Переходим на следующий ряд. В следующем ряду у нас прибавки будут через каждые 4 петли. В этом ряду у нас было через 3, значит, в следующем через 4. Посмотрите, вот тут у нас была прибавка, да, в прошлом ряду. Значит, в этом ряду у нас тут не будет прибавки. То есть первые 2 петли ряда мы вяжем без прибавок. Раз, два. В третью петлю предыдущего ряда мы делаем прибавку. Дальше 4 петли у нас без прибавок. Раз, два, три. 4. Дальше снова прибавка. 1, 2. И дальше снова 4 петли без прибавки. 1, 2, 3, 4. Так мы продолжаем до конца ряда. Тут следующая петля прибавка, 4 петли без прибавки, прибавка, 4 петли без прибавки. Обратите внимание, как у нас идут прибавки. Вот смотрите, вот тут у нас была, да, прибавочка. В прошлом ряду вот тут была, вот тут была, вот тут. То есть прибавки у нас идут вот так по диагонали, и именно поэтому у нас получается форма круга, а не многоугольника. То есть нам важно, чтобы прибавки у нас смещались. Дальше вы сами делаете прибавки через каждые 4 петли, и встречаемся мы с вами в конце ряда. До конца круга осталось 3 петли. Я провязала 4 столбика без накида, то есть без прибавок, просто 4 столбика без накида. Тут я делаю прибавку. И этот ряд я заканчиваю 2 столбиками без накида, без прибавки. Раз, два. Таблицу прибавок я размещу, поэтому вы можете в любой момент остановить и проверить. Только, то есть через какое количество петель в каждом круге требуется делать прибавки. В следующем ряду прибавки будут через каждые 5 петель. Начинаем этот круг мы с 4 столбиков без накида без прибавок. То есть 4 первые петли мы вяжем без прибавок. Раз. Два, три, четыре. В пятую петлю делаем прибавку. Раз, два. А дальше уже идем прибавки через каждые 5 петель. Сейчас без прибавок 5 петель вяжем. Раз. 2, 3, 4, 5. Дальше делаем прибавку. Прибавка. Дальше вы продолжаете вязать, опять
5 петель без прибавок, прибавка, 5 петель без прибавок, прибавка. И так мы встречаемся с вами в конце круга. И опять же, обратите внимание, всегда проверяйте, ну, сами себя, что у вас прибавки вот так смещаются. Вот тут у нас прибавка, вот тут прибавка, то есть идут по диагонали. И не забывайте подтягивать вот этот джут, который мы вязываем внутрь, и распрямлять донышко. До конца ряда осталось 7 петель. Я сделала прибавку. Дальше я 5 столбиков без накида довяжу без прибавки. 1, 2, 3, 4, 5. Предпоследняя петля этого круга – прибавка. И последняя петля, 1 столбик без накида. Выхожу на следующий ряд. В следующем ряду прибавки у нас через каждые 6 петель. И начинаем мы без прибавок. То есть мы 6 столбиков без накида вяжем просто без прибавок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В седьмую петлю делаем прибавку. Раз, два. Дальше снова 6 петель без прибавок. Раз, два, 3, 4, 5. Так, я тут неправильно провязала. Я в одну петлю провязала 2 столбика без накида. Сейчас я пересчитаю еще раз. Вот тут была прибавка. 1, 2, 3, 4. 5, 6, то делаю прибавку. Дальше вы продолжаете вязать сами этот круг, то есть вы делаете 6 столбиков без накида, прибавка, 6 столбиков без накида, прибавка, и встречаемся в конце круга. До конца ряда осталось 7 петель. Я сделала тут прибавку, дальше 6 петель без прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И последнюю петлю делаю прибавку. 1, 2. В следующем ряду прибавки будут через каждые уже 7 петель. И начинаю я первую петлю с прибавки. 1, 2, 3. Следующие 7 петель я вяжу без прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше делаю снова прибавку. 1, 2. И дальше опять 7 петель без прибавок. То есть так продолжаем вязать. Тут была прибавка. 7 столбиков без накида без прибавки. Дальше прибавка. 7 петель без прибавки. Прибавка. И встречаемся в конце круга.
До конца ряда осталось 8 петель. Я провязала 7 столбиков без накида, без прибавок. Делаю прибавку. И заканчиваю этот ряд 7 столбиками без накида, без прибавок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В следующем ряду я прибавки буду делать через каждые 8 петель. Начинаю я с двух столбиков без накида, без прибавок. Тут у нас была прибавка, значит, тут мы прибавку не делаем. В предыдущем ряде, посмотрите, вот была прибавочка. Первые 2 столбика без накида я просто вяжу без прибавок. Раз, два, в следующую петлю я делаю прибавку. Сделала прибавку. И дальше я вяжу 8 столбиков без накида, без прибавок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В следующую петлю я делаю прибавку. Раз, два. Выпрямляем наше донышко. Подтягиваем шпагат, который проходит внутри. Дальше вы вяжете сами. Мы тут сделали прибавку. Следующие 8 столбиков без накида, без прибавки. Прибавка, 8 столбиков без накида, прибавка. Встречаемся в конце круга. Подошли к концу круга. Я провязала 8 столбиков без накида, без прибавок. Дальше я делаю прибавку. И этот круг я заканчиваю 6 столбиками без накида, без прибавок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В следующем круге прибавки буду через каждые 9 петель. Начинаю я этот круг с 4 столбиков без накида, без прибавок. Раз, два, три, четыре. Дальше я делаю одну прибавку. Раз, два. Вот обратите внимание, что прибавки у нас каждый раз смещаются. Тут у нас прибавка, в предыдущем ряде тут. Тут, тут, то есть они вот так идут по диагонали, и именно благодаря вот этому смещению у нас получается круг, а не многоугольник. То есть вы каждый раз себя перепроверяете. И дальше я вяжу 9 столбиков без накида, без прибавок. Раз, два, три, четыре, пять,
шесть, семь, восемь, девять. Дальше я делаю прибавку. Раз, два. А дальше вы продолжаете сами. То есть вы вяжете, сделали прибавку. Дальше 9 столбиков без накида, без прибавки, прибавка. 9 столбиков без накида, без прибавки, прибавка. И встречаемся мы с вами в конце круга. До конца круга у нас осталось 6 петель. Я провязала 9 столбиков без накида, без прибавок. Дальше я делаю прибавку. Раз, два. 2 столбика без накида в одну петлю провязала, сделала прибавку и заканчиваю 5 столбиками без накида, без прибавок. Раз, два, 3, 4, 5. Перехожу на следующий ряд. В следующем ряду прибавки у нас будут через каждые 10 петель. Начинаю я с 6 столбиков без накида, без прибавок. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. Дальше я делаю прибавку. Раз, 2. И дальше я вяжу 10 столбиков без накида, без прибавки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Дальше я продолжаю, как обычно, 10 столбиков без накида, без прибавок провязала, делаю прибавку, потом 10 столбиков без накида, без прибавки, прибавка, и встречаемся в конце круга. До конца ряда у нас осталось 5 петель. Я провязала 10 столбиков без накида, без прибавки. Дальше я делаю прибавку. И заканчиваю 1, 2, 3, 4, 4 столбиками без накида, без прибавки. 1, 2, 3, 4. Перехожу на следующий ряд. В следующем ряду у нас прибавки будут через каждые 11 петель. И я начинаю. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. С 8 столбиков без накида, без прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Дальше я делаю одну прибавку. Раз, два. И дальше я вяжу 11 столбиков без накида, без прибавки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Дальше я делаю одну прибавку. Раз, два. И дальше я продолжаю вязать 11 столбиков без накида, без прибавки, прибавка. И встречаемся в конце круга. Так, до конца ряда у нас осталось 1, 2, 3, 4 петли. Я провязала 11 столбиков без накида, без прибавок. Делаю прибавку. И заканчиваю этот ряд тремя столбиками без накида. Раз, два, три. Дальше я перехожу на следующий ряд, и этот ряд следующий у нас будет последним рядом. В нем я буду делать прибавки через каждые 12 петель. И начинаю я с 10 столбиков без накида, без прибавок. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Дальше я делаю прибавку. Раз, два. И дальше я вяжу 12 столбиков без накида, без прибавки. Раз, два. Не забывайте поправлять, подтягивать донышко. Вот так расправляйте его, чтобы оно приняло правильную форму. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. Дальше делаем прибавку. Раз, два. И дальше вы вяжете сами 12 столбиков без накида, без прибавки, прибавка. И встречаемся в конце круга. Итак, мы подошли почти что к концу круга. До конца у меня осталось 3 петли. Я провязала 12 столбиков без накида. Дальше я делаю прибавку. Раз, два, и заканчиваю двумя столбиками без накида, круг без прибавок. Раз, два. Это был у нас последний ряд вязания донышка. Диаметр у меня получился 21,5 сантиметра.
Нитку вы не обрезаете, обязательно оставляйте все эти нити, потому что они нам пригодятся, мы будем продолжать поднимать стенки. Вам нужно отпарить и прогладить это донышко, чтобы оно стало ровным, потому что потом это будет делать неудобно. Но при отпаривании не забывайте, что джут становится мягче от температуры, и главное тут не переусердствовать. Во второй части мы с вами начнем вязать стенки у сумки. Вот мы связали сейчас донышко. В следующем МК я вам покажу, как поднять стенки, как сделать ручки, застежку. Не забывайте подписываться на мой канал Джут Крючком, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это мне помогает снимать для вас новые уроки и помогает продвигаться моему каналу. До новой встречи!